Здравствуйте, это продолжение предыдущего видео. В общем, на всякий случай, сегодня 16 ноября. Я тут решила погулять в сальте. Я тут вытащила телефон, конечно, зря. Сейчас эти черные товарищи пройдут. В общем, смотрите, что вам хочу показать. Вот это, смотрите, впереди такой магазин, где продаются, это, в общем, паранжи, такие марокканские, эти платки и вся, эти платья. Кстати, я там шла, некоторые платья такие очень даже ничего, красивые. Такие так сделаны красиво, и материал такой хороший, красивый такой. Ну, если бы оно бы не было бы в пол, то можно было такое купить, но оно у них же все в пол. Длиннище. И вот это тоже там марокканский магазин. Ну, тут, представляете, даже разрешено. Вон они шьют эти марокканские одежды, эти свои. Вон они там идут. В общем, что-то я тут обнаглела, достала телефон. Надо мне его попрятать. Ну, я думаю, здесь все-таки главная улица. Наверное, на меня тут не нападут. Вон и детей идут. Детишек из школы, видимо, забрали. В общем, я пошла в магазин. Не знаю, где вышла, сама ничего не понимаю, где вышла, что. Ладно, все. А вон у нас впереди Меркадона вот там. Но я пошла в Консум. Ну, потому что надо мне кошкам еду купить, а в Меркадоне почему-то не стало вот этой вот еды для кошек. Ну, такой, которую мои кошки едят. Там хочет совершенно другая. И у меня такие кошки вредные, они ничего другое не едят. Знаете, я хочу, ну просто сказали что-нибудь рассказывать веселое. Сейчас расскажу вам. Ой, тут, наверное, будет шумно, что в сторонку надо как-то отойти. В общем, вот тут, наверное, потише. Он просто меня просит смешные какие-то истории рассказывать. И вот сейчас вот я, вот не смешная, ну не знаю, какая она. Эта история, ну в общем, история. Когда я жила в Бедрерсе, я ходила там в каталонскую школу, и, ну, естественно, у нас эти, ну, одноклассники, однокурсники, как сказать, половина были, ну, с африканских стран и с Марокко тоже. И вот, когда более-менее уже как-то мы там более-менее начали как-то между собой общаться, значит, там было так смешно. Один, значит, африканец такой меня спрашивает, говорит, а у тебя, говорит, сколько детей? А у меня уже тогда Ильяс уже в Бедререс приехал, уже в Бедрересе жил. И, значит, это... Он... Я такая говорю, так вот сын, ну, там, он тоже ходил в эту каталонскую школу, я говорю. Вот сын тут у меня один. Он такой говорит, да, я знаю, типа, твоего сына. Я там, я говорю, ну вот. И он такого, знаете, на полном серьезе. Ну ладно, говорит, тут у тебя сын один, а сколько детей ты оставила в России? Я такая говорю, нисколько. Я говорю, вот он у меня один, единственный сын. Слушайте, у него такой ступор был. Он, значит, так это на меня смотрел. Такой, и знаете, вот вы сейчас упадете, что он мне предложил. Что он мне предложил, я просто... В общем, он... Такой смотрел, говорит, как, говорит, вообще у тебя один ребенок? Я говорю, вообще один, больше нет. Нету, говорю, больше один. И он мне такой говорит, давай, говорит, я тебе сделаю, сколько ты хочешь. Я говорю, нет, спасибо, не надо. Ну, я просто сейчас шла на них, посмотрела, что вот у них... Слушайте, они без конца, наверное, беременные. У них вот это вот пока родилка, видимо, не перестанет там функционировать. Так они, наверное, все ебали. Это... Блин, ну это просто капец.
Ведь столько у них детей, это капец. Вот они рожают и рожают, видимо. Пока рожаются и рожают. Так, вот видите, вот здесь вот тоже старинный такой. Я специально тут свернула, тут на меня никто не нападет. Тут такой тоже, видите, старинный каталонский район. Здесь нету их. В общем, я уже ушла оттуда. С того района уже все, я ушла. Сейчас я по этой улице дойду до Консума. Так, что же я купила в Консуме? Я купила на 18.43. Так, что-то там дерут они. Странно. Так, это яйца, они где-то €40. Виноград дорогой. Он потому что без косточек. Где-то он 2 с чем-то куба. Где написано уба. Ну, в общем, 2,95 вроде. Где-то около 3 евро. Так. Уэвос яйца и гата. Гата мало. Да, Вася? Ну-ка. Слушайте, она мне уже столько сожрала наушников и проводов. Иди отсюда. Скотина такая. Смотрите, вот как погрызано. Я не вру, вон он что. Блин, все время надо вытыкать ее. Блин. Я уже вообще замучилась. Столько она у меня пожрала тут всего. Так. Что же дальше? Ну, это вот 3.30 стоит. Кофе в капсулах. Экспрессо. Ну, это Лёша. Лёша пьет такой кофе. 3.30 оно стоит. Я уже выучила. Шоколад. Это 2 с чем-то. Лёша сказал, что я ему ничего сладкого не покупаю. Вон, смотрите, такая начинка. Вон, какая большая шоколад. Будет доволен. Так. Ну, это вот я люблю. Песканова. Ну, около 3 евро. И это 3.30. Вот это 3.30. Вот это. Ну, нравится мне. Ну, что я должна идти? Я работаю физически, мне можно такое сейчас есть. Тем более, что не каждый день я это ем. Тут рыба, муслос. Ну, такой морской зверь. Муслос. Не знаю, как на русский надо перевести. Ну, вот это, типа кальмара. Внутри так запекаешь с лимончиком, так вкусно. И вот тут вместе есть этот наггетс. Наггетс. С куриной. И там есть сальса. Ну, нравится, если мне. Ну, почему должна себе отказывать? Чё? Это я взяла вот эти конфетки, эти мармеладки. Ну, в общем, когда у меня нет времени там на работе перекусить, то есть, как бы, чтобы что-то пожеваться быстренько там. Так. Это мне вот такие вафли нравятся. Они €49 стоят. Вот так они мне нравятся, они такие хрустящие. Ната, это... Вася. Чё там, твое, да? А ты как чувствуешь, что там? Ната, это сливки, вот это. Так мне нравятся эти вафли, вообще супер. И это вот шоколадные тоже. Вафли. Тыры-мыры. Ну, и зачем я, собственно, ходила? Я ходила за кормом для кошек. Вот корм для кошек. Они только это едят. Вот такой жидкий корм. Они только этот едят. Перец бочками такой. Тут атун, видите, это с рыбой. А тут говядина, телятина, там полю. Куриные. Бака это вот говядина, буй, телятина, не знаю. В общем, говядина, телятина. Вот тут атун, тунец, сальмон. Все, не помню. Да, да, мусочка, что это такое? Что? Кушать вам, да? Ну вот. Ну, не знаю, остальное все есть особо. Мы в выходные ходили же за продуктами. А остальное пока есть. Это так, это
Просто себя побаловать. Ну, вот так себя побаловать. А что, 18 евро много, что ли? Нормально. Сейчас я вот это поставила. Уже это масло греется. Сейчас я вот это покушаю. Или это. Что я больше хочу? Это или это? Васечка, сейчас я вам положу. Там все съели, да? Все поели, пустота. Ладно, это видео на этом. До свидания. Васечка, где мой груз? Скажи до свидания всем.